хотелось бы обратить внимание всех, что у нас приветствие, а не передача «Будильник», как многие думают. Во-вторых, о количестве команд. Согласитесь, очко звучит не очень красиво. В-третьих, помните, выражение «хорош гусь» приемлемо только под Рождество и с напиханными туда яблоками. Нашел чистое серебро! Это просто сокровище! А что это? А, это гитара самого Вьюнникова! Он жил в 51 веке до нашей эры, и говорят, что гитара играла сама за него! А это точно? А, точно! Кстати, на прошлой неделе был случай, нашли череп первого ориентировщика! А как вы определили, что это он? А, по черепу? А... Кстати говоря, что это был не просто ориентировщик, а человек, причем разумный. А, кстати, на позапрошлой неделе был тоже случай, пойдем расскажу. А в тюрьме, наверное, сейчас ужин. Косинский колбасу дает. Тихо! Как стемнеет, гитару будем брать. О, кого? Вьюникова. Гитару! Так, пошли! А почему, когда здесь стоишь, все время светишься? Здесь раньше древние фаишники стояли лагерями. Они теперь где, чтоб там не стал, все светятся. А я, кстати, тоже свечусь. И меня что-то на баб потянуло. А это древние иотешники. Они и светятся, их и на баб тянет. Смотри, что нашел. По-моему, призов. Где? Вот. Почему что? Ну, смотри. Сигнал. Сигнал, значит, гудок. Сигнал, значит, призов. Да цинт! А что там вон там волчатником обтянуто? Там, наверное, элитные раскопки такие, да? Не ходи туда! Там винтов свои эти туалеты закопал! Так, берем гитару и бежим! Бежим! Нехороший человек! Зачем и гуся пнула? О! Пусть птица гордая! Не пнешь, не полетит! Стоять! Так! Делай вид, что мы иностранцы! Хоум! Дом! Кредит! Западло! Girl home credit, oh no no, many many girls no. Oh yes 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 yes, ABHS. Так, косой, надо гитару спрятать. Дыряй в протву. А что это сразу косой? Протва река грязная, нырнешь не вынырнешь. Там такая радиация, килька в банке не выдерживает. Стоять! Ой-ё. Гитару на бочку. Что? А вам не кажется, что ваше место, милочка, возле штаба? А?
Кто это? Это Виталик Старгородский! Сколько было танцев? Сколько дискотечек? Сколько я на входе пропускал? Слышь, Виталик, схорониться мне надо. Зачем? Для потомков. Эй, смотри, косой, что нашел. Смотри, бутылек и написано «Духи». Не духи, а духи. Что самое большое сокровище – это любовь. Все ждали, что же будет дальше, насколько старогородцы пойдут. Но прозвенел будильник, свой старогородский. Так что чем закончились поиски любви, никто никогда не узнает.